Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сжигаем чеки в мае и привлекаем успех. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Огненные ритуалы с древности вызывают интерес и привлекают внимание. Сила пламени способна трансформировать негативную энергию, обернуть неприятности удачей или наделить везением. Именно на этой особенности основа техника сжигания чеков. Зачем сжигать чеки? Каждый раз, когда вы что-либо покупаете, вместе с покупкой вам предоставляют чек на потраченную сумму. Сколько раз вы оставляли его на кассе? Между тем, помимо информации о расходах, он содержит в себе энергию денег, но с отрицательным значением, поскольку речь идет о расходах. Тем не менее, выбрасывая этот финансовый документ, вы лишаете себя возможности безвозмездно получить сумму, эквивалентную той, что в нем указано. Конечно, это не так просто. Простое сжигание не принесет какого-либо результата. Ритуал следует проводить в правильно рассчитанные дни. В этом случае вы получаете щедрый подарок от Вселенной. Суть техники. Он задействует стихию огня, отличающую особой мощью. По своей сути, пламя является не только трансформирующей, но и возобновляющей силой, способной изменить энергию с негативной на положительную. Для того, чтобы использовать эту возможность, вам необходимы только чековые документы, напрямую связанные с вашим финансовым потоком. Сжигая их в костре, вы высвобождаете денежную энергию, которая очищается в языках пламени, изменяется и начинает притягивать к вам суммы, равные потраченным. Ваши действия не являются обманом и не приносят никому вреда, ведь люди, которым вы заплатили, ничего не теряют. Вы возвращаете сумму, аналогичную своему расходу, поступающую из доступного денежного канала, а также открываете для себя новые финансовые потоки. Не пытайтесь предугадать, откуда произойдет денежное поступление. Вы можете получить неожиданный подарок, выиграть в лотерею, получить премию. После проведения обряда могут быть возвращены старые долги. Чтобы провести ритуал, вам понадобятся только ненужные чеки, удостоверяющие ваши траты. Но следует учесть несколько нюансов. Вы можете собирать любые подтверждения расходов, но вернутся только те средства, которые были потрачены лично вами. Поэтому бесполезно брать квитанцию родителей, мужа, лучшей подруги. Хранить платежные документы необходимо отдельно от денежных средств. Помните о том, что их энергия противоположна купюрам и монетам, лежавшим в вашем кошельке. Положив их вместе, вы перекроете себе финансовые потоки. Заведите себе отдельную коробку, в которую будете складывать материальные доказательства своих расходов. Держите ее как можно дальше от мест, в которых храните наличные. Вселенная не терпит обмана, не может пойти на уступки, и считается, что к одному платежу бывает два, а то и три чека. В этом случае вы можете без негативных последствий использовать их в магических действиях. В зависимости от вашего внутреннего настроя и уверенности, вы можете получить тройную прибыль, главное верить в успех. Приступать к волшебству можно только в хорошем расположении духа. Если у вас был тяжелый день, пройдитесь в парке, посмотрите любимый фильм, найдите иной способ расслабиться и ощутить радость. Плохое настроение помешает получить желаемый результат. Следуйте своим мотивам и подбирайте чеки, исходя из цели ритуала. Если вы мечтаете избавиться от долгов, погасите ипотеку, возьмите старые долговые расписки. Для привлечения денег сожгите чековые документы, полученные в магазинах. Не используйте квитанции, которые еще могут пригодиться. Помните, у них нет срока давности, и вы всегда успеете использовать их в обряде. Траты на лекарства, ремонтные работы храните отдельно. Использовать их для привлечения финансовых потоков нельзя. Вместе с прибылью вы можете притянуть и повторение неприятных ситуаций, которые послужили причиной расходов. Такие документы лучше всего сжечь в любой день на убывающей луне со словами: «Беды, уходите, ко мне больше не приходите». Пепел следует закопать или притоптать в землю. Сжигать чеки лучше на открытом воздухе. Но если вдруг у вас такой возможности нету, просто открываем окно. В расчете дней, подходящих для магических манипуляций, учитываются дни солнечного и лунного календаря, положение луны, а также дни недели. Ваши действия не окажут никакого эффекта в субботу, поскольку управляющий ею Сатурн не сочетается с огненным ритуалом. Также не подходит период, когда спутник Земли находится в созвездии Скорпиона. Важно учесть и лунную фазу. Растущая привлечет к вам финансы, а убывающая поможет быстрее выполнить долговые обязательства. В
Последний месяц весны существует только 6 дней, в которые вы можете провести обряд с должным результатом. Итак, первое – это воскресенье 1 мая. В этот день вы можете привлечь финансовое благополучие. Сжигайте чеки, которые связаны с удачными и приятными покупками, чтобы получить наибольшее количество благ, поскольку Луна находится в Тельце и вернутся только расходы, связанные с домом и семьей. Четверг, 5 мая. Ваше намерение приумножает энергетика сильного зеркального дня. В этот период вы на одной волне с космосом, поэтому получите все, что пожелаете. Положение Луны в Раке благоприятно для любых действий. Пятница, 6 мая. Сжигаем чеки в этот день, напишите на них свои пожелания, и они обязательно сбудутся. Обратите внимание, документы, которые вы используете, должны быть целыми. Вам вернутся все расходы, потраченные на любые покупки. Пятница, 20 мая. Луна убывает, поэтому проводите обряд только если хотите избавиться от долгов. Сегодня вы можете ускорить закрытие ипотеки, приблизить погашение кредита на имущество. Ночное светило обосновалось в Водолее, поэтому огненные ритуалы будут особенно удачными. Воскресенье, 22 мая. День отлично подходит для магических действий, направленных на погашение любых кредитов. Для большей результативности нанесите на чеки денежные символы. Обряд будет иметь наибольшую силу в промежуток от рассвета до 18 часов 53 минуты. Пятница, 27 мая. Ваши усилия позволят быстро расплатиться по долговым обязательствам. Имеется вероятность, что долги будут погашены без вашего участия. В результате проведенного волшебства вы получите усиление интуиции. Процесс сжигания чековых документов можно проводить до 20 часов. Как провести ритуал? Для начала разожгите огонь. Расположите перед собой приготовленные чеки. Некоторое время наблюдайте за языком пламени свечи. Постарайтесь почувствовать силу огня. Затем начинайте сжигать свои квитанции. Старайтесь вспомнить, что было приобретено, принесло ли вам пользу. Каждый раз сопровождайте свои действия словами. Чеки в огонь бросаю, денежные каналы открываю, потраченное вернется. Говорим на каждую квитанцию. Когда вы все полностью закончили, то добавьте «на благо». Все. Дождитесь, чтобы ваша свечка полностью прогорела до конца. Аккуратно собираем пепел и развейте по ветру. После этого постарайтесь выбросить из головы мысли о потраченных деньгах. Вселенная лучше знает, как их возвратить, и сделает это в ближайшее время.